Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Машины с пробегом дорожают вслед за новыми авто. По данным агентства «Автостат», в феврале по сравнению с январем цены выросли почти на 3%, а за последний год на 12,5%. Средняя стоимость легковушки на вторичном рынке сейчас составляет 700 с небольшим тысяч рублей. Впрочем, многое зависит от конкретной модели и года выпуска. Трасса 101. Ни в одном российском городе-миллионнике поведение водителей нельзя оценить на 5 баллов. Максимальная оценка – 3,6. Ее получили красноярские автомобилисты. Исследование, в ходе которого опрашивались и автолюбители, и пешеходы, провел сервис «Суперджоп». На втором месте с результатом 3,1 оказалась Москва. Бронзу разделили Петербург и Пермь. Твердая троечка. Трасса 101. Московскую кольцевую автодорогу закрыли для транзитных грузовиков. Объехать столицу можно по центральной кольцевой автодороге и по трассам А107 и А109. Сначала запрет ввели на небольшой промежуток времени, однако потом столичные власти заявили, что он будет действовать постоянно. Спустя несколько дней чиновники сообщили, что новшество возымело положительный эффект. Количество ДТП с участием фур на МКАДе значительно уменьшилось, а средняя скорость движения выросла на 11%. Трасса 101. Будем выпускать, покуда на эти машины есть спрос. Так руководство Ульяновского автозавода ответило на вопрос, почему в 21 веке предприятие продолжает делать морально устаревшие «Буханку» и «Хантер». Мы ориентируемся на людей, которые живут в труднодоступной местности и не обладают высокой покупательской способностью, уточнили в компании. Но как невысокой? УАЗ «Буханка» сейчас стоит от 820 тысяч рублей, «Хантер» от 857. Трасса 101. Каких только авторитетов не хранится в гаражах. На сайте «Автору» почти за 8 миллионов рублей продают «Чайку» 1970 года выпуска. В объявлении указано, что машина оснащена 195-сильным бензиновым мотором объемом 5,5 литра и автоматической трансмиссией. Пробег менее 1000 километров. Автор уверяет, что в легендарном авто ничего не менялось и не перекрашивалось. Все, включая ламповые радиоприемники и набор инструмента, родное. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.